Добрый день, друзья! Сегодня готовлю чечевичный суп на говяжьем бульоне с грибами. Для этого мне понадобится чечевица, лук, морковь, чеснок, грибы и 400 грамм говядины на кости. Для начала мою мясо, выкладываю его в кастрюлю, заливаю водой и довожу до кипения. Сливаю воду, промываю мясо в холодной воде, заливаю мясо холодной водой, довожу до кипения, снимаю образовавшуюся пену. Солю. Варю бульон на слабом огне. В бульон добавляю луковицу и несколько горошин черного перца. И варю бульон 2 часа с приоткрытой крышкой. Пока варится бульон, приготовлю зажарку. Нарезаю лук-порей кольцами. Можно взять обычный лук, какой у вас есть. Морковь нарезаю соломкой. В суп я решила добавить два вида грибов. У меня шампиньоны коричневые и вешенки. Нарезаю их брусочками. Измельчаю чеснок. В сковородку наливаю растительное масло, добавляю лук и обжариваю. Затем морковь. Солю. Добавляю специи, тимьян, зиру и красную паприку. Все перемешиваю. Добавляю измельченный чеснок. Добавляю грибы и обжариваю на среднем огне около 5 минут. Убираю луковицу из бульона и достаю мясо. Отделяю мясо от кости. Разделанное мясо добавляю в бульон. Хорошо промытую чечевицу высыпаю в кастрюлю и варю 10 минут. Затем добавляю зажарку и варю еще 5 минут. Суп готов. Приятного аппетита!